Мэрик Гарланд считает, что его Министерство юстиции не должно подвергаться критике совсем. Жалоба генерального прокурора на критику сопровождается скрытой угрозой «прекратите нападать на Министерство юстиции» или что-то еще. Генеральный прокурор Мэрик Гарланд опубликовал статью в газете Washington Post, в которой заявил, что необоснованные нападки на Министерство юстиции должны прекратиться. Странно и тревожно, что главный офицер правоохранительных органов США пишет такое. Какими бы ни были достоинства аргумента, он не выглядит аргументом, а воспринимается как угроза. Гарланд говорит, что в последние недели Министерство юстиции стало свидетелем эскалации атак, которые выходят далеко за рамки общественного контроля, критики и законного необходимого надзора за их работой. Они беспочвенные, личные и опасные. Гарланд не обеспокоен какими-то взрывами и атаками. Он обеспокоен формой угроз лишить финансирования, расследования отдельных департаментов в последнее время судебного преследования 45-го президента специальным прокурором. Таким образом, для Гарланда угроза взрыва очевидна. Видно, является тем же самым, что угроза законодателей защитить явно коррумпированное расследование в отношении 45-го президента Дональда Трампа, проводимое специальным прокурором Министерства юстиции Джеком Смитом. Затем Гарланд говорит, что некоторые из таких атак принимают форму теорий заговора, созданных и распространяемых с целью подорвать доверие общества к самому судебному процессу. Но в Америке нет закона против распространения теорий заговора. Просто спросите все корпоративные СМИ, которые годами распространяли диковинные теории заговора о том, почему Трамп был российским агентом. Более того, многие американцы сейчас искренне верят, и не без оснований, что в свете продолжающихся судебных разбирательств против Трампа, сам судебный процесс действительно скомпрометирован и не заслуживает общественного доверия. Использование теории заговора и лжи для воздействия на политические результаты абсолютно нормально в американской политике, особенно среди демократов и их куртизанок в корпоративной прессе. Именно они превратили это в вид искусства. Конечно, Гарланд не говорит об этих теориях заговора и лжи. Он говорит только о тех, которые исходят от сторонников Трампа, которые, по его мнению, представляют реальную опасность. Но реальную опасность здесь представляет именно генеральный прокурор, который думает, что он выше критики и который чувствует себя комфортно, выступая с публичными угрозами, что нам лучше прекратить это или случится что-то еще. Не обращайте внимания на опросы. У республиканцев серьезная проблема с явкой избирателей. Если вы не будете читать ничего, кроме постов консервативных влиятельных лиц на X, вы будете убеждены, что Дональд Трамп уже победил на выборах 2024 года. Источником этого сенсационного оптимизма являются данные общественного опроса, которые показывают, что 45-й президент лидирует в ключевых штатах, где он должен победить в ноябре этого года. Некоторые опросы также указывают на то, что в игру вступают традиционно голубые штаты, такие как Вирджиния и Миннесота. С такими цифрами и рейтингом одобрения Байдена Трамп не может проиграть, по крайней мере, так принято считать. Хотя вполне возможно, что результаты опросов точны. Результаты недавних выборов должны дать консерваторам повод притормозить в праздновании до того, как будут поданы какие-либо бюллетени. Возьмем, к примеру, промежуточные выборы 2022 года. Помните, нам пророчили красную волну, практически цунами. Этого не случилось. Эти тревожные тенденции продолжились и в 2023-м. Анализ 538, опубликованный в сентябре, показал, что демократы не только выиграли большинство внеочередных выборов в период с января по сентябрь 2023 года, но и превысили прогнозируемые показатели. Республиканцы выступили настолько плохо, что им пришлось хвастаться тем, что губернатор республиканской партии Тейт Ривз переизбрался в темно-красном штате Миссисипи всего на 3,2 балла. Трамп победил штат с перевесом 16,5 пунктов на выборах в 2020. Совсем недавно демократы выиграли февральские внеочередные выборы в третьем избирательном округе Нью-Йорка и заняли место бывшего члена республиканской партии Джорджа Сантоса. Хотя опросы на выборах являются давно используемым инструментом для прогнозирования результатов и разницы в выборах, они в значительной степени устарели, поскольку они не могут учитывать сложную избирательную машину, на создание которой демократы потратили годы и миллиарды бюджетных денег. Что касается неправительственных организаций, то левые некоммерческие организации, финансируемые левыми миллиардерами, обходят федеральный закон, ориентируясь и регистрируя дружескую демократам демографическую группу, такую как расовые меньшинства, женщины с высшим образованием,
образованием и молодежь. После того, как эти вероятные избиратели-демократы включены в список избирателей, левые активисты и группы преследуют и собирают их голоса, отданные без особых усилий в течение нескольких недель, предшествующих дню выборов. В то же время Байден активно использует ресурсы федерального правительства, финансируемые налогоплательщиками, для проведения кампаний по регистрации избирателей в интересах демократов. Исполнительный указ, более известный как «Biden Bucks», подписанный Байденом в марте 21-го, предписывал сотням федеральных агентств увеличить регистрацию избирателей и деятельность GOTV, чего Конгресс никогда не санкционировал. При выполнении этого мандата агентствам поручено координировать свои действия с так называемыми беспартийными сторонними организациями, но одобренными Белым домом, для предоставления услуг по регистрации избирателей на территории агентства. Консервативные СМИ и представительские группы с тех пор обнаружили, что эти организации, такие как ОКЛУ и ДЕМОС, являются крайне левыми. Несмотря на шумиху консерваторов, предвыборные опросы бессмысленны. Единственное, что имеет значение на современных выборах США, это положить бюллетени в урны. Пока республиканцы не научатся гоняться за избирательными бюллетенями и конкурировать с избирательной машиной демократов, они могут продолжать рассчитывать на поражение во всех значимых выборах. Прокуроры Коннектикута арестовали 4 демократов по подозрению в неправомерном использовании открепительных удостоверений. Прокуратура Коннектикута предъявила 4 сотрудникам Демократической партии обвинение в том, что они злоупотребляли открепительными удостоверениями во время праймерис мэра демократов в Бриджпорте в 2019 году. Среди жителей Бриджпорта, арестованных во вторник, Альфредо Кастильо, член городского совета Бриджпорта, Ванда Гетер Патаки, заместитель председателя городского комитета Демократической партии Бриджпорта. По сообщениям местных СМИ, также обвиняются Нильса Эридя и Жозефина Эдмонс, двое других сотрудников предвыборной кампании, которые участвовали в выборах 2019 года. Прокуратура располагает видео, где Гетер Патаки, которая была связана с кампанией Ганнема, вбрасывала избирательные бюллетени. Инцидент произошел через несколько недель после того, как комиссия по контролю за соблюдением выборов штата Коннектикут рекомендовала привлечь Гарри Патаки, Кастильо и Эридя к уголовной ответственности за их предполагаемые действия во время вышепомянутых праймерис мэра 2019-го. В своем решении судья Верховного суда Уильям Ф. Кларк определил, что обоснованные обвинения в том, что действующий мэр Бриджпорта Джо Ганнем выиграл свои выборы в результате серьезного мошенничества, связанного с заочным голосованием. На фоне прибытия кораблей ВМФ России на Кубу и нагнетания волны страха от применения ядерного оружия, администрация Байдена категорически отказалась от повышения заработной платы младшим военнослужащим США, в общем на 24 миллиарда долларов в течение 5 лет, потратив в 7 раз больше денег на Украину. Исследование показало, что уровень оплаты младших военнослужащих не может оставаться конкурентоспособным на рынке труда, особенно в условиях роста инфляции. За последние 40 лет младшим военнослужащим прибавка к заработной плате была меньше, чем старшим военнослужащим, или вообще не прибавлялась. По данным бюджетного управления Конгресса, проект закона о полномочиях национальной обороны 2025 года, разработанный Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам, обеспечит повышение заработной платы всем младшим военнослужащим, что составит ориентировочную сумму в 24,5 миллиарда долларов в течение 5 лет. Администрация Байдена заявила, что не поддерживает предлагаемое значительное постоянное повышение заработной платы до тех пор, пока у нее не будет возможности провести пересмотр компенсаций. Что же касается российского военного флота, то фрегат и атомная подводная лодка провели ракетные учения в Атлантическом океане по пути на Кубу. В ходе учений подводной лодки «Казани» военного корабля «Адмирал Горшков» были проведены стрельбы высокоточными ракетами по условному противнику на расстоянии более 600 километров. «Адмирал Горшков» также провел в последние дни тренировки по отражению воздушного нападения, сообщили в ведомстве. Соединенные Штаты не считают это угрозой, но ВМС США будет следить за учениями, сообщил журналистам на прошлой неделе официальный представитель США, добавив, что речь идет о том, что Россия показала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной мощи, сказал чиновник. Также Путин в прошлом месяце приказал своим военным отработать развертывание тактического ядерного оружия после того, как Москва заявила об угрозах со стороны Франции, Великобритании и США.
Демпартия снова пытается убедить всех, что байденомика – это положительно для США. Ключевой отчет по инфляции, опубликованный демократическими экономистами, показал, что потребительские цены в США вообще не выросли в мае. Годовой уровень инфляции снизился до 3,3%. Но это при том, что сперва взлетел до небес. В то же время Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Интересно, кого этими отчетами, играя со временем и цифрами, пытаются обманывать Демпартия? Ведь при каждом походе за покупками американцы чувствуют разницу покупательной способности, особенно при Трампе и при Байдене. Согласно индексу потребительских цен, это число также было ниже, чем в предыдущем месяце и отражало наименьший прирост в годовом исчислении с апреля 2021 года. Хотя годовой уровень инфляции замедлился с пика в 9,1% в июне 2022, он продолжает превышать целевой показатель ФРС в 2%. Большинство аналитиков прогнозировали, что Центральный банк оставит ставки без изменений по завершению своего заседания по политике в среду. Финансовые рынки продолжают надеяться, что ФРС все-таки начнет снижать процентные ставки в сентябре, хотя предпосылок к этому нет, пожалуй, как минимум до конца года. Новая авиакомпания, предлагающая услуги в первую очередь собакам, объявила, что расширяет свою воздушную сеть. Bark Air заявила, что теперь будет предлагать внутренние и международные рейсы по 5 новым направлениям: Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Феникс, Майами. Компания также предложит 7 новых маршрутов. Это дополнение к новым направлениям в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Bark Air совершила свой первый рейс 23 мая 2024 года. Авиакомпания заявляет, что берет опыт в белых перчатках, типичный для первоклассного обслуживания, и перенаправляет это баловство на собак. Собаки проходят быструю регистрацию, и, оказавшись на борту, они могут выпить шампанское и даже посетить спа-салон. Рейсы по новым маршрутам доступны для бронирования на сайте dogsflyfirst.com и начнутся в октябре этого года. Что ж, прежде всего, вам следует знать, что это первоклассный опыт для собаки и бизнес-класс для людей. Мы обеспечиваем все для собак, пытаясь снизить их беспокойство, стресс, чтобы они получали максимально комфортный и бесстрашный опыт в самолете. Так, безопасность – это не TCA, управление транспортной безопасности, а очень простая штука для собак. Привозите собаку, отвозите в аэропорт, отдаете нам свою сумку, и вас посадят на борт прямо сейчас. Это может быть в течение 15 минут после вашего прибытия сюда, в аэропорт Лос-Анджелеса или Лондона или Нью-Йорка. Лос-Анджелес или Лондон, from here in New York. And along the way, the dog's treated to a lot of pampering. И по пути собаку балуют, в том числе вы видите повсюду подушки, одеяла, они покрыты феромонами, которые обеспечивают собаке комфорт. Для них есть меню, есть еда, предназначенная для них на основе того, что мы узнаем, когда принимаем пищу, напитков, спа-процедуры, которые происходят в воздухе. И так у них есть все для роскошной жизни и опыта для того, чтобы переместиться с одного места в другое. The future, I hope, is that for 65 million households. Будущее, я надеюсь, заключается в том, что для 65 миллионов семей, 300 миллионов людей в США в целом, собаки, дети, они являются частью всей нашей семьи. И поэтому я надеюсь, что мы сможем создать опыт, который достигнет каждая семья, которая путешествует всей семьей, так же, как со своими детьми. Это означает, что мы будем обслуживать как можно больше маршрутов, делая расходы более доступными и достижимыми для каждой семьи. Бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что он разместил в Аризоне залог в размере $10,000 по обвинению в попытке подорвать результаты выборов 2020 года в штате. Джулиани также бывший и один из самых лучших мэров Нью-Йорка, которому удалось навести порядок и значительно сократить разведенную демократами преступность, заявил в своем шоу в социальных сетях America's Mayor Life, что он разместит залог, сдав отпечатки пальцев и сделал фотографию в офисе шерифа округа Марикопа. В прошлом месяце Джулиани было приказано внести залог после того, как он избежал вручения ему судебных документов, обвиняющих его в попытке сорвать выборы 20-го. Джулиани не признал себя виновным по обвинениям Демпартии. You know, today's your way, man. Знаете, сегодня предъявлено обвинение, а это своего рода долгий процесс. Мы хотели бы продвинуть это вперед как можно быстрее. Я подозреваю, что есть много ходатайств о судебном разбирательстве, поэтому это может занять некоторое время. Rudy Giuliani has made numerous statements over the past... За последний месяц Руди Джулиани сделал множество заявлений, обсуждающих
подтверждая обвинительное заключение своих сообвиняемых, откровенно говоря, высмеивая систему правосудия в Аризоне. Учитывая его последний пост в X, мы решили, что это будет уместно попросить о каких-то условиях освобождения, чтобы обеспечить его появление в Аризоне. So a cash bond, he would have to pay $10,000 in cash. Таким образом, в качестве залога наличными он должен будет заплатить суду $10,000, чтобы обеспечить свою явку. It's not really an issue of regrets, it's an issue of a First Amendment rights. На самом деле это не вопрос сожаления, это вопрос прав первой поправки. Мы, конечно, не испытываем никаких сожалений по поводу того, что кто-либо реализует свое право на свободу слова, право требовать ответственности от своих государственных чиновников, и это нормальная история. Так и после событий 2016 года. Мы считаем, что на выборах 2000 года не должно было быть никаких сожалений также по поводу выдвинутых ими обвинений в отношении выборов. Также не должно было быть никаких сожалений по поводу судебных разбирательств, произошедших на этих конкретных выборах. Так что люди должны осуществлять свои права, предусмотренные первой поправкой. And the way you do that sometimes is you... И иногда вы это делаете. Вы возбуждаете судебный процесс и просите этих конкретных чиновников показать нам данные, показать нам, как вы соблюдали все правила и положения. И это ответственность любого государственного чиновника, который не может отступить от чего-то, что должно быть указано в описании его конкретной позиции. Перевес голосов после массовых фактов и собранных доказательств того, что на многих ключевых избирательных участках произошли сбои, после которых голоса за Байдена значительно пошли вверх, а до этого была победа Трампа, привели к обоснованным сомнениям в честности выборов. Однако аудиты бюллетеней, как по-настоящему, до сих пор и не были произведены. Суд над Руди Джулиани должен начаться в октябре. Чудом избежавший импичмента министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в воскресенье выступил в защиту новой политики Джо Байдена в отношении предоставления убежища на границе США и Мексики и сообщил программе ABC на этой неделе, что его агентство готово защищать ее в суде. Надо сказать, что программу считают совершенно незаконной с обеих сторон. Нелегалы считают необходимым распустить ICE, называют это беспределом. Сторонники правопорядка называют это сломом самого принципа получения политического убежища, а программу CBP – крупнейшим фарсом в истории США. Практически все иммиграционные адвокаты уверены, что ее отменят уже в ближайшее время. Во вторник Байден подписал указ, который обычно запрещает нелегалам, незаконно пересекающим южную границу, просить убежище и позволяет властям быстро депортировать или отправлять нелегалов обратно в Мексику, если ежедневное количество пересеченной границы превышает 2500 человек. Дело в том, что на самом деле это ширма, которую только запустили в СМИ. По факту никаких больших изменений на границе не происходит. А считать количество нелегалов, опять же, будут продолжать демократы. Плюс запрет на предоставление убежища имеет множество исключений. Ну, например, для несовершеннолетних без сопровождения взрослых, людей, которым угрожает серьезная медицинская опасность, кто будет определять ее значимость, или угроза безопасности, а также жертв торговли людьми, что тоже довольно-таки большой критерий. Майоркас в воскресенье заявил, что администрация готова защищать эту политику от ожидаемого иска Американского союза гражданских свобод ACLU. But I respectfully disagree with the ACLU. Я с уважением не согласен с ACLU. Мы поддерживаем законность того, что мы сделали. Мы поддерживаем ценностное приложение. Это не только вопрос обеспечения безопасности границ. У нас есть гуманитарное обязательство не допускать попадания уязвимых людей в руки эксплуататорских контрабандистов. ACLU подтвердил в воскресенье, что планирует подать в суд на администрацию Байдена из-за новой политики. Майоркас сказал, что первые признаки показывают, что политика сдерживает часть нелегальной иммиграции еще рано. Признаки положительные, добавил он. Хотите участвовать в борьбе за свободу слова и гражданские права? Давайте строить информационный канал Tukets Video Production вместе. Мы не надеемся на монетизацию от захваченных социал-демократами платформ и боремся против монополии на информацию. Поддержите котов через Zelle, PayPal, Cash App. Подпишитесь на Patreon, X и Truth Social.